друзья. Пальма – это неплохо. Так, вот там еще одна пальма. А там под на пальме человек. Можно так даже художественно сказать, что не пальма красит человека, а человек пальму. Он ее, вот этот человек, он ее, знаете как. А вы думали, иметь пальму — это сплошное удовольствие? Нет, друзья, это еще и расход. Вот чтоб такая красивая, мохнатенькая была. Вот. И так раз, все это на земле и лежит. Так что. Твои зрители представили? Да. Самая главная пальмовая аллея. Так. В Калифорнии находится, так, в городе Санта-Барбара. Известная в русском фольклоре по какому-то сериалу. Так. Который в России очень любили. Так. Когда к нам приезжали из России, говорят, в Санта-Барбаре, всех она знаем, настаивала именно привезти ее в Санта-Барбару. Так. И в Санта-Барбаре вот такие пальмы, они растут не так, как вот здесь две штучки, да, а идут четыре ряда. Ой. И они растут прямо на выходе к пляжу. Прямо так можно смотреть на пальмы, и за ними море. Оно же Тихий океан, где мы и закончили поход.